И всем привет, с вами Блейдер Чам. Сегодня мы проведем битву манги, а именно Shark Age против Nightlands. Бой, как всегда, до 10 очков. Погнали! Здесь перекрутил Nightlands. 1-0 в пользу Nightlands. Второй раунд. Блин, тяжело Nightlands удержать атаки, но он пока справляется. 2-0 в пользу Nightlands. Третий раунд. Nightlands разогнался, счет становится 5-0. Четвертый раунд. Это 8-0 в пользу Nightlands. Я вообще такого не ожидал. Next round. Ой-ой-ой-ой, какая мощная атака. Хм. 1-8, Shark Age. Берет одно очко всего лишь. Еще один раунд. Уничтожение. 3-8. Фу, еще какой-то раунд. Да ладно. 5-8. Shark Age начал догонять и очень активно. Семь, восемь. И теперь каждый раунд может стать последним при победе любого волчка. Ну что, погнали? Ой. Ну, кстати, очень мощно было. Я удивлен, что Лэнс сейчас не взорвался. Но, скорее всего, это 9-7. 9-7 в пользу Nightlands. Nightlands осталось завершить один раз любым финишем раунд. А Shark Age либо экстрим финиш, либо выиграть два раунда подряд. Возможно, последний. Не будет у Shark Age. Может ли что-то сделать? Неужели нет? Не смог. Nightlands сегодня забирает эту битву. Я на самом деле даже не верил. Я думал, Shark Age заберет. Интересная довольно битва получилась. До конца непонятная. Но на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.